Приветствую вас, любители лучшего растения на свете. Праздник неофициальный, 14 февраля, День влюбленных наступил. Но это не важно, официальный он или нет. Главное, чтобы вы поздравили вашу половинку, возлюбленную, да, или возлюбленного. Правда, у нас девушек мало на канале. Всего только парочку видел, в основном все мужчины. Но это не важно. Праздник для всех. И, собственно, как дядя Вася и обещал, праздничный рандом на 14 февраля, на день всех влюбленных. В рандом входит у Добряха супербум для цветения. Два фотика, вот эти 14. Кстати, там я их открывал. Один в середине сативный, второй индюшный. 4 автика от Grow Barato Runs. Да, видите, 50 на 50. 50 сативы, 50 индики. И пачка регуляров Skittles от дяди Васи, да. Также входят наклеечки разнообразные. Каталог или каталог от Барни Фарма. Правда, за 2022 год, но неважно. Да, в общем, такой наборчик. Для того, чтобы участвовать в рандоме, это для новых подписчиков, естественно, нужно просто оставить любой комментарий. И потом по рандомайзеру комментарии в YouTube дядя Вася на следующей неделе, ровно через неделю, сделает розыгрыш, да, и выберет победителя. Участвуют все страны, ну, как я говорил ранее, кроме там КНДР, Венесуэлы, да, и, к сожалению, Беларуси, потому что туда шняга высылать, я уже это говорил. Поэтому, если вы из Беларуси, можете участвовать, но только в случае, если у вас есть знакомые там в соседней стране какой-нибудь, куда я могу выслать, и потом вам там или перешлют, или что. Да, потому что был уже такой один комментарий как-то, блин, я с Беларуси, что делать? Я говорю, ну, только таким образом. Да, так что всем удачи, еще раз поздравляю с праздником, и да пребудет с нами сила бульбулятора.